Всем привет! Сегодня мы выполняем вот такого вот 3D-ангела, да, объемного. Я взяла холст грунтованный, подготовила краски, кисти необходимые, баночку с водой, тряпочку, все, что у нас было под рукой. Далее мы взяли холст вот такой загрунтованный. Тут я нанесла эскиз вот такого вот ангела. Далее шпатлевка, я сделала выпуклые части, это вот крылья и, значит, плечо и колено нашего ангела, для того чтобы вот придать вот этот вот 3D эффект. Все это, значит, вот эту часть я зашкурила, эту часть я оставила так, как оно было. Мне нравится, когда есть вот что-то такое вот природное, настоящее, когда мазки такие немного чуть-чуть неаккуратные, наверное, скажем так. Вот. Ну, а далее в процессе вы все увидите, все я буду показывать, рассказывать. Ну, и всем желаю творческих успехов, хорошего настроения. Приступаем. На данном этапе мы приступаем к работе цветом. Выбирать можно абсолютно любые цветовые гаммы, какие вашей душе только угодно. Я выбрала именно эту. Ну, работать тоже можно в различных техниках. Можно выглаживать, можно создавать узор пятнами, мазочками, как вашей душе угодно, повторяюсь опять. Ну, в дальнейшем на видео вы все увидите, я все поэтапно вам покажу.